Ее все в краю незнакомым, далеко от дома, цепляясь за скалы, плывут облака и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокча река и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокча река. Предгорья Памира и банды Басира, и город с названием простым Файзабад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад. Здесь с койками рядом стоят автоматы и смотрят на город стволы БТР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету, и редкие газеты, и транспорт единственный здесь вертолет, а ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод, а ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. Здесь ветры с Джелгара на склонах Атары, на озеро Шива ползет караван. Здесь рвутся гранаты, летают снаряды и тянет с дуканов гашишный дурман. Здесь рвутся снаряды, летают гранаты и тянет с дуканов гашишный дурман. Мы вспомним, ребята, как пели когда-то под лампочки тусклый скупой огонек, как жили на вилле, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек. Как жили на вилле, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек. И может когда-то, пускай без награды, домой мы вернемся к подругам своим и встретимся снова у дома второго, а может быть у проходной дурни. И встретимся снова у дома второго, а может быть у проходной дурни. Но кто нам предскажет, когда нам прикажут опять собираться в чужую страну? И парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну. И парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну.